Всем большой привет! Так, выключаюсь. Я только пришла домой и здороваюсь с вами. Пришла домой, пришла с работы. Сейчас я работаю в магазине. Хочу вам рассказать. Мне тут посуду домыть надо. Вот. Окно открыто, проветривается. И хочу вам показать, что я купила. Вирус, в общем, как бы вылечили. Ну так, промучилась с мужем. У него была температура под 40. Вот. Купила такой пакет на подарок на 8 марта. Очень, мне кажется, такой красивый, смотрите, перевивается. Кстати, не знаю, сколько стоит. Я взяла чек или нет в магазине, даже не смотрела. Просто нужен был пакет. Туда положить всякие штуки. В общем, грипповали мы конкретно. Тут мне вроде как стало легче. Сиди, слушай. Стало легче, и что-то как-то вот последние 2 дня чувствую, что у меня в этой области какая-то такая заложенность. Болит голова, поднимается температура. Видно, что связано с ринитом, либо с синуситом, я не знаю. Вот, взяла себе лекарство. Бесконечное. Заходы в аптеку. Мне уже достало просто. Газеты положили в почтовый ящик. Что там? Какая-то проходит акция. Вот. У нас в магазине «Вершина». Как всегда, невыгодная. Как бы все стоит дорого, якобы. Какая-то фирма хорошая. Но в итоге, вот видите, платить по 700, по 500 рублей. Ну, смысл? Непонятно. Самое главное, мне нужны были яйца. Я хочу опять сделать, как их зовут, блины. Взяла Доместос. Такой я еще не пробовала тоже. Туалет 3-в-1 Атлантик. Попробую его. Да, Брюс? Так, что у меня тут еще есть? Все, что ли? Из магазина все, мне казалось, что-то еще. А, пакет же я взяла. Этот пакет подарочный. В аптеке я взяла тест на овуляцию. Бессмысленная трата денег. Мукалтин мужу взяла. Таблетки о кашле, хотя я ему сейчас антибиотики даю. И себе вот взяла синупред, хотя хотела взять другие гомеопатические таблетки для носа, да, для пазух. Но те стоят аж 900 чем-то, эти дешевле, я такие уже принимала, попьем, ладно. Бузина, вербена, щавель, горячавка, корень, первоцвет. Говорят, что гомеопатия херня, это все, ну, знаете, вот пишут херня, говорят, некоторые говорят, что нравится. Я, наверное, пока отношусь тоже к людям, которым мне нравится гомеопатия. Есть люди, которые говорят, что это говно полнейшее, ну, прям так и говорят, как я и сказала, ну, не верят, да, в это. Ну, я не знаю, но мне, например, помогает. Я не знаю, но мне вот помогает, ну, что ж я могу сделать? И Аквамарис Стронг. Взяла свой вот Стронг. Вот. Уже чем лечились, а опять, да, Брюс? Кузя! Сейчас я взяла этот Сиалур. Будем раздеваться, ждать мужа. Проторгола. Вспомнила, что он у меня есть. Никогда я не капала его себе в нос. Боюсь, в общем, я не знаю, что он себе представляет. Боюсь, что он обождет, что будет там анафилактический это шок. Или, в общем, аллергическая реакция, потому что серебро и есть побочные эффекты, и некоторым он не подходит. В общем, влить во флакон растворитель. Вот в составе у нас есть флакон, который я показала мужу, и муж чуть этот не упал. Скажет, боже, а где же все? Он пустой. Он реально пустой. Ну вот он откручивается легко. Теперь тем самым мы видим. Самим надо лекарство делать, да? Они пишут, что влить в флакон растворитель, добавить в флакон таблетку Сиалор. Ну-ну.
Вот он, растворитель. Как его тут выливать-то? Короче, сюда его выливать надо. Вот так выглядит таблетка. Вот. Таблетка как-то непонятно, чем пахнет. Все, кинули туда таблетку. Закрываем. Все, я закрыла. Значит, видите, вода очищена, растворитель 10 миллилитров тут написано. В общем, не фокусируется. Значит, таблетка. Это все довольно-таки упрощенное, потому что я думала, что будет хуже. В наборе идет, значит, вот такая штука. Я, таблетка, вон она, написано, будет растворяться минут 10. Вот, она прилипла к... Я не знаю, что она вообще. Пена пошла какая-то. Вон она прилипла вот здесь, она не растворяется. То ли я ее придавила этим. Сказали вот так вот болтать. Написано там. Я тут в процессе будем смотреть. Смотрите, сколько теста. Очень много. У нас же масленица. Завтра у нас 8 марта. И завтра я... Вот я намазала тарелку маслом. И завтра я собралась снести блины родителям. Поэтому сейчас буду трудиться. Работать, Вообще, я не знаю, считается, что не надо перемешивать. Здесь муж налил сюда масло растительное. Но я это сделаю. Перемешаю. Ну вот, один раз перемешаю. И больше, конечно, перемешивать не буду. Но считается, что нельзя. Или... И к этому меня, конечно, не готовила судьба. Это что такое? Я ничего не поняла. Прям... На записи. Вот. Так. Взяли. Сюда. Какие-то кусковые получаются. Я ж все забываю, мне надо купить этот. Половник пластик. Вот. Я поставила на четверку, уж не знаю. Ну, вот здесь эту штуку я на четверку поставила. Может быть, переставить. Так. Так, пар пошел. Тут кот приперся. Че пришел, а? Таким мучаюсь с носом. Да, на масленицу хочу гостить блинами. Сколько я уже сделала? Половину еще работать и работать. Что делаешь, а? Зачем тебе ванная комната? Ну что, девчули, красотули мои. Я вас поздравляю с прошедшим 8 марта. Как-то я так снимаю раз чуть-чуть в день, потому что вот это относится. Потому что времени нет. И получается такие склеенные влоги. Просто по каким-то там тематикам. Плюс они видно. В общем, мои цветы, которые мне подарил муж. Вот они. Очень красивые. Вот она была закрыта, вчера уже открывается. Лилия, да, если не ошибаюсь. Вот что-то листики портятся, вот это погибает. То ли она не достает, может быть, ветка. Надо посмотреть, очень красивый букет. Дальше родители мужа мне подарили Фаберлик Эксперт. Господи, я сначала думала, что это? Это набор для ухода за кожей лица. Ну вот. В такой коробке. Я думала, это парфюм. И это было нереально. В такой красивой упаковочке. Это было нереально, но муж мне достал. Заказал с Москвы массажер для тела от фирмы Супра.
Я его очень хотела. Вот. Если захотите, я сниму обзор. Вот. Об этом и напишите в комментариях. Я сниму туда обзор. Так как просто так я не снимала. Видите, у меня вот цветы. У цветов осень. Видите, опадают листья. Что это, я не знаю. Ну, у нас опять похолодание намечается. Намечается на следующей неделе 0, минус 1. Так у нас тепло было. В Краснодаре еще теплее, говорят. Вот. Такие вот дела. А мне нужно идти в институт. Я выпить чай и собираться идти на учебу. Добиваться это дело. Еще у меня нос не работает, и в больницу идти я не хочу. Тоже как всегда мне дала такой журнал, а я люблю все натуральное. Всем пока, любите фирмы, всякие добавки. Конечно, хотелось бы не добавки, было, чтобы это все. Чтобы это была не добавка, а вообще натуральная. Ну, натуральная, это надо просто есть натуральную, настоящую еду натуральную. И будет вам счастье, будут вам витамины. Но дело речь идет о том, что мы, особенно городские жители, не можем это все где-то найти. И поэтому приходится есть добавки. Ну, все-таки, я думаю, не стоит им увлекаться. Ну, да, я и не увлекаюсь, потому что не всегда у меня получается. Как тут? Как бы. Не всегда у меня получается их заказывать. Точнее, практически не получается. Фирма называется Art Life. Такая фирма. Вот так вот они производят, тут они показывают. Я должна сказать, что я первый раз узнала об этой фирме от своей свекрови. Так как я все смотрю на iHerb, я смотрю на другие фирмы, там всякие, Сибирское здоровье, там Тяньши. Меня очень интересует кардицепс, я не ошибаюсь, так как я часто болею, и мне необходимы какие-то добавки, потому что это жесть. Фитосорбовит, работа печени, ткани печени, опять печени паразиты, противопаразитарный фитопрепарат тоже. Пищеварительная система была фитарен, антисептический комплекс с мягким мочегонным эффектом. То есть все так. Вот у прайс лежит. Прайс куран продукцию. Мне его надо как бы отсерить. Супер шилд актив, защита иммунитета. Всякие гели. У них есть продукция питания вообще. Лазарол. Вот это дорогая серия. София Кордис. Называется VIP, что ли. Вот это уже более-менее цены пошли. Проблемы мужского здоровья, проблемы вот. Это что это? В общем, для мужского легкое настроение. Пошли ведь всякие защиты организма антиоксидантные. Вот здоров, Брюс. Злаки, чаи. Меня интересуют чаи. Я видела здесь у них напиток с кардицепсом. Меня они очень заинтересовали. Еще мне чайник нужен литровый, потому что наш сломался. Новый. Вот, видите, там каши были. Интересно. Ночи, пуэр с чагой, мате с кингобелоба, зеленый чай с вьетнамским жасмином, ройбуш с шиповником и гибискусом, кенийский черный чай с можжевельником и баданом. Ой, как все это заманчиво, конечно. Вот, сайт. Продукция компании производится в соответствии с требованиями халяль. Сайт где-то был. Сайт www.artlife.ru. Вот. Все. Поделилась. Не пробовала. Ну, моя свекровь, она плохого не посоветует. Она пробовала практически все. Тоже болеет. Посмотрите, как этот тренажер или массажер, как его назвать, как он работает. Смотрите, как мышцы прыгают. Видите, это, между прочим, не то чтобы больно. Нет, есть
некоторые режимы, которые как болезненные, но вот обалдеть. Терпеть, конечно. Терпеть еще как. Это надо терпеть, блин. Сниму покупки с магнитом. У нас ЧП произошло, мы яйца разбили, поэтому из упаковки нам досталось всего 4 яйца, и то я их подняла с пола. Да, потому что, ну, жалко же. Денег стоит. Так, взяла какую-то миску, салатницу, пластмасс, пластиковую. Яйца по новой, да, взяли. Мы забыли сливочное масло на блины. Данон творожное взяла. Первый раз попробую. Клубника и земляника. Не пробовала никогда. Майонез на курицу, в курицу. Феликс. Брюсу взяли. Это говядина в соусе с томатом. Коту, значит. Так, захотелось мне икру из кабачков. Так, это мужа. Корж молочный. Я такой не ем. Да, не ем, не ем. Дальше творожный, груши и банан. Это мои. Так, тоже мне очень нравится это масло лососевое. Очень мне нравится. На хлеб мазать. Потом муж себе взял, что это сливки питьевые. Сливки захотел. Жвачка гум. На данный момент, по-моему, самая дешевая жвачка. Так, семечки бабкины, семечки. Молоко на блины. Молоко, молочная лавка, 2,5 жирности. Бананы тоже на курицу, духовку. Взяли такой чай, не пробовала. Я гринфилд черный, кенийское что-то на-на-на. Что-то тут написано. Черный, байховый, кенийский, гринфилд, кениан, санрайз. 200 грамм. Взяла попробовать праздничные сладости, конфеты с начинкой, глинтвейн, высокое качество, столичные штучки. Сколько тут? Сколько их тут? Не вижу я. Может, 3 часа потратить. Это по себе, да, взял? Угу. Печенье. О, господи. Так, господи, вот она, курица от Благояр. Так, это у нас аптека, здесь ромашка, шприцы и капли. Ой, мамочки, да что же это такое-то? Как он тут оказался? Сам? Ну, и без Брюса просто не проходит он, член семьи. И капли дорогие. Эмфорбиум, композитум, назантропфен. Это гомеопатия, по-моему, взялась я в нос. Эуфо. В общем... Вот такая цена, 480 рублей, дорого. Лейс, сметана и лук. А где сливки? Сливки есть там. Потом огурцы. Не захотелось огурцы. Огурчики консервированные. Фирма, не вижу, фирма 750 грамм. И на, для блинов сгущенка, да. Так, сливочное масло мы забыли. Картошку мы не взяли, картошка что там должно быть у нас с картошки. Потом надо будет еще для зайти завтра для супа взять еду. Все, Брюс, что ты? У меня что-то есть тебе, смотри. Твое? Чье? Любишь ты такое? Скажи мяу. Мяу. Ладно, все.